Спорт и физкультура – один из верных способов борьбы с депрессией. Особенно в такие денечки, как сегодня, когда на улице сыро, серо и холодно. Так или иначе, но в нашем сегодняшнем выпуске мы все время говорим об осени вообще, об осени жизни и об осенних Андре. Как я уже сказала, спортивные занятия – одни из методов преодоления плохого настроения. О других способах, самых простых, но действенных, напомнит Евгения Цветкова. Хандра, сплин или синдром опадающих листьев. Еще в 19 веке недуг исключительно дворянских сословий. Теперь осенняя депрессия косит всех, что называется, без разбора. А с чем это связано? В первую очередь уменьшается световой день, не хватает витамина D, понижается настроение, понижается эмоциональный фон, когда человеку становится все лень, ничего не хочется делать. И получается, в общем-то, общий упадок сил. Поэтому лучше в любом случае предупреждать и вовремя остановить, чем развить состояние депрессии. Цель оправдывает средства, а трудновыполнимая задача избавляет от хандры. Проверено. Попробуйте, например, за 3 месяца выучить иностранный язык или до Нового года сбросить 10-15 килограммов. Вы увидите не только результат, но и почувствуете вкус к жизни. От спорта выделяются эндорфины, это, как все знают, это гормон счастья. Конечно же, все приходят подтянуть свою фигуру, да, ну и мы здесь все знакомимся, все общаемся, все дружим, да, появляются новые знакомства и, конечно, отдыхаем мысленно. Все виды спорта, они приобщают нас к хорошей жизнедеятельности, да, мы, конечно же, повышаем тонус мышц. Говорят, хочешь что-то изменить в жизни – начни с прически. Тем более, что в моде экстравагантность и короткие стрижки по-прежнему в топе. Стрижка, она всегда выигрывает, нежели длинные волосы. То есть, по-любому, если идет девушка с красивой стрижкой, то на нее больше внимания. Если бюджет ограничен и не хочется кардинально меняться, просто делаем пару прядей около лица, чуть-чуть освежаем цвет именно этими прядочками. Шоппинг – еще один способ поднять себе настроение. В этом сезоне на пике популярности клетка и вещи с ярким леопардовым принтом. В моде классические женские костюмы различных стилей, брюки и пиджаки свободного кроя. Кстати, новые коллекции уже поступили в магазины. Сейчас достаточно широкий выбор курток, парок, пальто. Также у нас большой ассортимент шарфов поступил, теплых. Сейчас уже можно приобрести новую коллекцию до 30% скидки. Это очень хороший повод порадовать себя. К своему новому образу можно подобрать сумку или яркие аксессуары, например, зонтик. Этот сезон обещает быть дождливым, поэтому он будет как нельзя кстати. Но здесь важно выбрать качественный. Первое золотое правило – зонтик должен иметь минимум 8 спиц. Алюминиевые хрупкие, стальные, прочные, но тяжелые. Идеальные спицы из стекловолокна, похожи на пластмассовые, легкие и стойкие к порывам ветра. Обращаем внимание и на ткань купола. Из нейлона не берем. Это дешевый синтетический материал. Быстро протирается и рвется. Полиэстер с добавлением хлопка намного прочнее и практичнее. Шоппинг – это, конечно, здорово, когда в кошельке водятся денежки. А чем заняться в свободное время, если их нет? Вот что советуют клинчане. Там, сидеть на скамейке, повязать на спицах или попеть. Все что угодно. И чтобы иметь хорошее настроение и тонус жизни, как вы сказали, да, надо читать поэзию. Когда плохо, наверное, самый лучший вариант позвонить подруге, ты с ним встретишься, расскажешь, и все посплетничаешь. Это лучше всякой психотерапии. Вставать с улыбкой, ну, забыть о всех проблемах, вот, побольше отдыхать. Крепкие напитки тоже иногда могут спасать, конечно, в таких ситуациях. Просто сходить на природу, погулять. У нас сейчас такой красивый город, очень много всего. А еще решитесь на генеральную уборку, разберите шкафы, комоды и полочки. Кстати, самое время достать и привести в порядок теплые вещи. Займитесь вязанием или вышивкой. Наконец, устройте себе праздник. Например, ужин при свечах. Приготовьте что-нибудь вкусненькое и полистайте старые фотографии. Вспомните позитивные моменты. Или, укутавшись в плед, с чашкой горячего чая посмотреть старую добрую комедию. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да. Ведь я бы такие не взяла. Значит, хорошие сапоги надо брать. И тогда просто унылая пора обязательно превратится в пару очей очарования. А там по мягкому снегу придет зима с рождественскими и новогодними хлопотами. И хандра обязательно обойдет вас стороной.
Евгения Цветкова, Андрей Королев, Наталья Красавина. Новости дня.